Всем привет, с вами Тандер, и сегодня мы поговорим про уклонение от РГСН ракет. Сначала мы рассмотрим особенность наведения РГСН и их отличие от ПАРЛ, а уже потом рассмотрим, как уклоняться от ракет с активной ГСН. А перед тем, как продолжить ролик, давайте немного поговорим о другом. В Стиме вышла новая игра, а пополнить баланс как раньше нельзя? Не проблема. Хочу представить вам сервис Купикод, который позволяет просто, безопасно и, что главное, по самой низкой комиссии пополнить Steam аккаунт. В Купикоде точно так же скидки, как и в Steam, так что вы всегда сможете купить или пополнить баланс на то, что вы хотите. Купикод уже давно не просто сервис пополнения, а целая экосистема, в которой развивается комьюнити и даже организовываются турниры, даже система лояльности есть. Для пополнения Steam вам нужно просто ввести свой логин и выбрать валюту. Доступно даже пополнять казахстанские аккаунты. А если вы хотите купить то, чего уже в РФ в Стиме нет, то и с этим Купикод поможет. Ведь тут есть целый раздел с играми, которые нельзя купить в Стиме. А на Купикоде может, пройдя по ссылке в описании или введя промокод Thunder, вы получите снижение комиссии на 2%, а также скидку в 10% на покупку игр гифтом. Я сам пополнял Steam аккаунт с помощью данного сервиса, так что рекомендую вам. А мы продолжаем. Что такое РГСН ракеты? РГСН ракеты – ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения. Это означает, что ракета сама подсвечивает цель и поражает ее. ПАРЛ ракеты – это ракета с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Это значит, что ракета наводится по отраженному от врага излучению радара носителя. Разница наведения ракет этих двух типов влияет не только на непосредственно способ наведения, но, что точнее, следует из разницы способов наведения, влияет и на помехозащиту и способность поражать цели в условиях постановки помех. Не буду говорить очень подробно, но вот вам яркий пример. Если у вас производится пуск ПАРЛ ракеты в заднюю полусферу и самолет врага с вами почти на одном векторе, если так можно сказать, то уклониться можно просто отстрелив несколько ДО и сделав размазанную бочку. Поскольку сама ракета и источник излучения самолет-носитель находятся в различных местах и имеют разные скорости и их направления, то ракета не может вычислить скорость самолета источника излучения, и поэтому она видит только свою скорость. Это значит, ракета не может узнать точную текущую скорость подсвечиваемой цели, которая известна носителю, и отфильтровать помехи. В момент выстрела ДО диполи приближаются для ракеты быстрее, чем самолет, который для ГСН ракеты улетает от нее, и происходит смена цели. Это, кстати, общий принцип работы ДО вообще в любой ситуации, что касается доплеровских радаров ракет и самолетов. Конечно, ДО еще имеет большую ЭПР. А РГСН ракета же способна понимать свою скорость и фильтровать посторонние объекты, постоянно удерживая цель, вне зависимости от смены скорости и тому подобных факторов. Итак, уклонение от РГСН ракет. Существует два способа уклониться от ракет с РЛ-наведением. Энергетический и сбить наведение. Начнем с энергетического. Это способ уйти от ракет, банально сделав так, чтобы она до вас не долетела. Тут существует несколько маневров на основе их всех, чтобы ракета потратила максимальное количество скорости на маневрах, хотя и метод просто улететь от ракеты тоже входит в эту часть. Из самого банального маневр сплит-тест, когда вы, находясь на высоте, совершаете резкий отворот к земле с набором скорости и потери высоты до минимальных значений, а далее улетаете от ракеты. Также стандартный отворот на 180 в горизонте с потерей высоты, чтобы сохранить скорость, поможет вам избежать ракет. Неплохой тактикой на больших дистанциях, это от 30 и более километров от места пуска вражеской ракеты, является выполнение простого маневра змейки. Попеременный поворот и смена направления. Только вам нужно помнить, что нужно делать это плавно, сохраняя максимальную возможную скорость, но и достаточно быстро и размашисто, чтобы ракета из-за коррекции теряла много энергии. Также существует маневр F-пол. Это змейка с атакой, вот собственно и все. Конечно, этот маневр актуален в основном только если у вас ПАРЛ ракета. Вам нужно выходить на предельный угол сопровождения вашим радаром врага, сохраняя скорость, при этом отстреливая ПАРЛ ракеты. И все-таки для таких маневров в основном требуется большая дистанция, это, конечно, зависит и от высоты, но на больших высотах все же я не рекомендую применять его ближе 40 километров. На малых высотах можно и на 30. В основном нужно помнить правила. Ракета летит на упреждение, а значит, совершая всякие маневры на достаточной скорости, вы сможете сделать так, что ракета будет тратить большое количество энергии, подстраиваясь под вас, и не сможет в вас попасть, а точнее долететь до вас. Но в этом случае важна ваша скорость, ведь если она будет маленькая, то точка упреждение от любого вашего маневра не будет сильно изменяться, а значит и траектория ракеты будет не сильно меняться. Теперь коснемся второго типа уклонения от ракет. Итак, маневр 3.9, он же ночь.
Этот маневр известен всем, наверное, уже. Но давайте обговорим некоторые нюансы. Сам по себе маневр очень простой, но его выполнение сопряжено с некоторыми трудностями. Суть заключается в том, что вам нужно поместить источник излучения, будь то радар ракеты или самолета, на 90 градусов от себя, то есть на 3 или 9 часов. Кстати, работает только с доплеровскими радарами. Обязательным условием выполнения этого маневра является использование диполей. Также в игре не обязательно вставать в идеальный 3-9. Самое важное, это, грубо говоря, угол больше 90, не меньше. Если градус будет даже 89, то доплеровский эффект будет достаточно сильным, чтобы не увести от вас ракету. В основном вам нужно вставать в 3-9 или 4-8, это будет работать в 99% случаев. Также вам нужно помнить про вектор вашего самолета, а он не равен месту, куда вы смотрите или смотрит кружок для инструктора. Не забывайте, что чем выше высота и или больше скорость, тем изменение вектора дается сложнее как из-за трения воздуха, так и из-за инерции. Кстати, про антипод. Текущая его высота 60 метров, этого хватает на большинстве плоских карт. Также можно разбивать ракету о землю. Обычно это можно сделать, если вы и ваш враг на малой высоте, это примерно меньше 500 метров, а дистанция больше 5-6 километров. Вы немного выныриваете, по вам пускают ракету, вы сразу же ныряете вниз в зону антипода, и ракета разбивается о землю. Не знаю, зачем это делать, но, например, вы можете таким образом уходить в антипод на картах, где нет ровного поля, высчитывать момент подлета ракеты и нырнуть к земле на пару мгновений, далее уже набрав высоту снова. Тяжело и слишком ситуативно. Самое важное для уклонения – это быть уверенным в себе и прекрасно понимать, что нужно делать в конкретный момент времени. Применить F-пол, сплит-S или же просто уйти в 3-9, терять высоту или нет. Все параметры вас и цели должны также в голове быть. Вы должны понимать не только свое местоположение в пространстве, но и врага, и ракеты, и других врагов. Да, я понимаю, что это поначалу тяжело, но понимание самого процесса уклонения и механики ночи поможет вам избежать большинства проигрышей. Уклонение от ракет – это несложно, но требует от вас понимания своих действий. Конечно, если вы не в идеальной дуэли один на один, то всегда будет момент или шанс попасть в безвыходную ситуацию, но от этого и строится стратегия и тактика. Вы должны делать все сразу, быстро и хорошо, чтобы оказываться в патовых ситуациях как можно реже. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике.